Всем привет! С вами Лара Светлова, руководитель мультикультурного клуба «На одной волне». В нашем клубе 32 ребенка, и, конечно, я как психолог и кандидат наук беспокоюсь о судьбе наших подростков. У меня в руках книга «Наш проблемный подросток». Книга написана теми авторами, с которыми я лично работала в психологической службе Санкт-Петербурга. Это учебное пособие 1999 года. Однако статьи, которые здесь написаны, очень актуальны. Одна из статей Байтингер «Переживание будущего как проблемы в ранней юности». Юность – пора взросления, пора жизненного самоопределения. Молодым людям необходимо определиться по отношению к себе, к другим, наметить жизненный план. И основа жизненного самоопределения является представление личности о будущем. Автор проводил личное исследование в школе 90 учеников 11 классов, и он использовал методики, стандартизированные методики, надежные. Что получилось в результате этого исследования? Среднее значение проблемной напряженности. Такие вопросы. Я боюсь, что я не смогу получить образование, которого мне хотелось бы иметь. Это первый по рангу. Молодые люди очень беспокоятся, смогут ли они поступить в институт, в университет и получить образование. Следующее. У меня вызывает страх прогрессирующее разрушение окружающей среды. И это было в 90-х годах. И сейчас то же самое. Третье. Меня беспокоит, смогу ли я совместить учебу и работу после вступления в брак и создания семьи. Далее, что беспокоит подростков. Я боюсь потерять себя в повседневной рутине среди стандартов и условностей современного общества. Далее, я хотел бы выявить свои действительные интересы. И еще далее, я не знаю, что мне делать по окончанию школы. Следующее, я не знаю, какая профессия мне лучше всего подходит. И, наконец, меня беспокоит то, что я когда-нибудь могу оказаться безработным. Не правда ли очень актуальные темы, и в том числе в Финляндии? Но в Финляндии специфика в том, что детям после окончания школы дается год, так называемый год самоопределения, когда они могут выявить свои способности, попутешествовать или поработать и сделать выбор учебного заведения. Обращайтесь к нам на консультацию, вступив в клуб, вы получите полноценную консультацию от педагога-психолога высшей квалификационной категории. Welcome! Всем прекрасного лета! See you!